Добрый день. Сегодня мы устанавливаем. Что сделаем? Устанавливаем. Да. The Sims 2. Итак. У меня записано на диске. Так, для этого нам нужен будет. Делаем той слайд. Так, затем добавить образ, выбираем диск или место, где вы, где Sims 2 находится, выбираем, да? Обязательно. Так. Копировать. Потом мы эту кнопку мыши монтируем в STC. Тоже закрываем. Так, опускаю вниз. Так, на компьютер. Так, это нам не нужен будет. Вот наш Sims 2. Две кнопки мыши. Автопуск. Или просто щелкнем его. Дважды. Два раза запустился у меня. Так, подождем, пока он запустится. Вот, запустился. Так. Ключ мы копируем отсюда. Так, копировать. Ставить. Так. Копировать. Ставить. Так, так. Так, копируем. Вставляем. И копируем и вставляем далее. Это мы закрываем. Так, обычная и опытная. Все программы файлов и один обычный путь будет. Это так. The Sims 2. Установить дополнение 277 базы данных на диск C. Продолжить. Да. Продолжаем. Так, идет установка. Итак, игра уже почти что установилась. 95% у нас. И у нас это 9%. Подождите, окей, подождем. Так, игра записана, установлена. Запустить игру.
Ждем, подождем. Пока игра запустится. Так, игра запустилась. Так. Мы выходим. Так. Так, крышу мы устанавливаем. Дополнение Sims 2. Вставляем диск.